все-таки закончилась история с визиткой, на которой изображен череп. Я раскрываю до конца все карты и в итоге рассказываю, чем же все закончилось. Это был большой, прекрасный, офигенный квест от RuvaDS. Кстати, в профиле будет ссылочка на их сайт. Это был супер-хард квест, в котором у нас украли очень важные данные. Сначала это была просто визитка, потом у нас появился некоторый набор странных задач по взлому серверов, в том числе, в которых в итоге производился отбор со всех 1500 человек до числа ограниченного количества программистов, которые справлялись со всеми задачами. Этих человек оказалось всего в районе десятка. В итоге одно из финальных заданий было взломать комп одного из хакеров. Там была прямая трансляция с прекрасным, великолепным азиатом. На самом деле он не азиат. Потом данные по счастливой случайности повезли к границе с Белоруссией. В итоге всех участников поставили перед выбором разделиться за команду, которая поможет в вывозе данных, либо сохранит их на территории России. Это было очень сложно. У нас была прямая трансляция с регистратора в автомобиле. И данные все-таки вывезли за пределы страны. А команда победителей в итоге разделила призовой фонд почти в 150 000 рублей.